кружку, в принципе. А ты это сюда? О, ты уже снимаешь? Да. Да. Я нашел это видео. Зашел? Да. Оно есть. Как оно прям сейчас я вот. Оно прикинь взяло это, я пришел домой. Я открываю это YouTube. А, на процентов кончится себе зарядки. И оно у меня такие типа, это видео, это популярное, мы же с Валерой искали видео. Дайте популярные видео на основную выкладывать. Именно то, что эти говорили, которые это, из гаража, понимаешь?
Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Это продолжение серии видео моих по ремонту автомобиля Жигули ВАЗ-2143, у которого сгнило днище. Усилитель, пороги, соединитель порога. Короче, все элементы сгнили. Что все вырезать? Мне спрашивали, как я варю, я показывал на фотографиях, что я варю полуавтоматом и электродом. Полуавтоматом я варю тонкий металл, электродом варю там, где я могу не прожечь, я точно знаю, и подвариваю там, где прожег электродом полуавтоматом. Значит, как я варю электродом, смотрите. У меня такой зажим вот есть. Я сейчас варю усилитель порога. Варится он от центра к краю. Вот я зажал. Далее у меня вот есть такой молоточек, смотрите, что я делаю. Я пробиваю деталь для того, чтобы добиться плоскости. Электроды у меня Uoni 1355. Толщина 2,5. Да? Сейчас, подождите, смотрим. 3 миллиметра толщина. Есть у меня еще электроды ОНО 21, 2 миллиметра толщина. Но тот, кто знает, тот поймет, что ОНИ гораздо лучше. Ну и вот, в принципе, полуавтомат. Значит, смотрите, я деталь прижимаю, ну, здесь ничего нового. Смотрите, прижимаю деталь, беру электрод, и как бы перенося металл небольшими порциями, чтобы не прожечь, начинаю формировать капельку от центральной части, постепенно вплавляя туда сам усилитель. Соответственно, у нас загорается краска, грунт. И с той стороны у меня еще наклеена битумная шумо-виброизоляция. Она тоже горит. И вот у нас получается, значит, такая прихватка. И мы продолжаем дальше. Фиксируем. Варим. Вот таким вот образом проводится сварка. Вот мы сварили уже усилитель. Я сварил усилитель. Сделал здесь вот изгиб. И вот меня спрашивают, каким образом я выдавливаю, придавливаю металл. Вот смотрите, такая штука есть гидравлическая. Я ее вот так вот подставляю, куда мне надо, да? И вот здесь вот начинаю качать. И вот видите, она выходит потихоньку. И вот таким образом я прижимаю все детали. Для удобства.
Вот таким образом это все происходит. С помощью мотокса. Ну вот, уже одели бампер. Ой, порог. До этого примеряли его к той стороне. Не знали, какой стороной ставить. Вырезали подстойку. Вот уже заварили тут. Неплохо так получилось. И вот, значит, примеряем порог. Ну, сидит отлично. Осталось только вкинуть двери. Вот здесь вот он прихвачен. Вот прихвачен. Будь здоров. Так, и вот, значит, снизу тоже он прихвачен. Вот. Следующий этап — это примерка дверей. Чтобы двери сидели плотно. Зазор был правильный. Вот и подходит к концу сварка порога. Еще не зачищено, вот так вот заварена карабулька. Таким вот образом сделан этот сэндвич. Сюда оденется локер. Главное, чтобы влезло колесо. Так вот, порог мы приварили снизу и сверху. Проварили стоечку вот здесь вот, где немножко не совпадало. И здесь вот я изготовил вот такой вот элемент. Из толстой 1,5-миллиметровой стали. Значит, пока она на струбцинах. Сейчас у меня кончился газ на полуавтомате. Тут электродами варить ее не получается. Так вот она выгнута. Так вот здесь вот пробита вот эта плоскость. Ну, не самая ровная, но я думаю, все выведется неплохо. Сейчас приедет Шурик с работы. Я возьму у него газ. Приварю вот этот элемент, и можно будет красить. Ребят, зацените. Он сделал отверстие в глушителе. Только что машину скинул с домкрата. И сразу потекла лужа. Смотрите, вот столько воды в глушителе было. Куда она же никуда не денется. Я не успел снять, конечно, как она текла струей. Вот это я просверлил отверстие сверлом небольшим, там, не знаю, 4-5. И вот вытекает, столько воды натекло, представляете? Вот машина стояла на глушителе, ой, на домкрате. Где-то 5 дней, пока я делал порог. И вот смотрите, конденсат вытек. Вот, отверстие было сделано для того, чтобы когда я еду в горочку, у меня весь конденсат стекает назад из банки, вытекает. Так что не все вылетает через трубу. А вот смотрите, бутылка. Это я использую вместо... Вот у меня вот здесь вот нету резиночки, потерялась. И я ничего лучше не мог придумать, как засунуть туда бутылку от Кока-Колы. Кстати, я уже давно так езжу. Всем пока.
Смотри, вот эту плоскость. Вот эту. С этой стороны. Смотри.